Всем привет, я Виталий Сапраненко, и сегодня бы хотел поговорить о матче между Витебском и Неманом. Гродненчане возвращаются на родной лед после довольно тяжелой выездной серии, которая включала в себя не только матч чемпионата, но и кубка. И вот финал этой серии оказался неудачным. 4-3, проигрыш Молодечно при, в принципе, хорошей игре. Что касается той игры, я бы отметил неудачный старт команды. 0-2 там было спустя несколько минут, и потом долго-долго гродненчане догоняли, но в итоге все-таки проиграли. Теперь возвращение на родной лед, и соперник для возвращения очень даже удобный. Витебск. В этом году команда из северной столицы Беларуси не показывает особо яркого хоккея, и в гостях может занести себе в актив только игру против Бреста. Но Брест и настолько слаб, что сейчас его не обыгрывают. Игры только ленивый. Что касается Гродно, то в Гродно будет хорошая мотивация провести этот матч на высоком уровне, потому что последнее поражение, плюс игра в кубке. Если помните, тогда Витебск навязал Неману борьбу, 4-3 сыграли, и это было очень удивительно. Но удивительно это было не по игре, а скорее по счету. По игре, конечно же, было полное превосходство Немана, но вот тогда удалось Витебску забить несколько шайб и такую интригу поддержать. Думаю, Гродно сделал выводы из этого поединка и в этой игре не допустит подобного. Думаю, что голы будут, и голов будет немало. Удачи всем!